Почти половина мужчин и треть женщин в мире страдают храпом. Порой это происходит так громко, что окружающим никак не удается отправиться в царство Морфея. Но неудобства испытывают не только окружающие. Куда больше храп приносит вреда самому спящему. В какой позе не усни, на твердой или мягкой поверхности это все равно случится. Илья уже не помнит себя без храпа по ночам. В последние месяцы обратил внимание на то, что спит и по 6, и по 10 часов, но все равно просыпается уставшим. Недавно узнал у друзей, что не высыпаюсь, потому что храплю. Кислород рывками поступает в легкие, и поэтому ты как бы спишь, но не высыпаешься. И это только верхушка айсберга. Недавно ученые доказали, что храп опасен для жизни. Со временем он может привести к апноэ, задержке дыхания, что способствует развитию гипертонии, аритмии, сахарного диабета. Из-за недостатка кислорода в органах и тканях вырастает риск образования раковых опухолей. Добавить в стакан кипятка 2 ложки листьев эвкалипта, настаивать 10 минут и пить. Съесть отваренную морковь за 2 часа до сна. И это самые безобидные советы народной медицины для борьбы с храпом, которые можно найти во всемирной паутине. Тем не менее, о том, что ответственности за последствия такого лечения никто, кроме вас самих, не несет, забывать не стоит. Лучше всего, конечно же, обратиться к специалистам. Только квалифицированный врач может определить, стоит человеку лечиться или нет, и как именно это делать. Для начала нужно установить причины храпа. У большинства людей они схожи. Смещенная носовая перегородка, наличие полипов в носовой полости, также анатомическая узость носовой полости, также гипертрофия нёбных миндалин, наличие аденоидов. Также храп появляется из-за возрастных изменений в организме, снижения мышечного тонуса тканей дыхательных путей, искривления носовой перегородки и образования назальных полипов и аденоидов. В большинстве таких случаев специалисты назначают операционное лечение, которое проходит без осложнений, безболезненно. В ряде случаев избавиться от храпа можно, просто изменив привычный образ жизни. Отказ от алкоголя и курения, сбалансированное питание и отход ко сну до 22 часов творят чудеса и в борьбе с храпом. Стефан Филатов, Влад Мошек. Утро нового дня.